В Беларуси с 1 января вводится тариф на услуги зарядки электромобилей. Стоимость будет варьироваться от 29 до 39 копеек за киловатт. К концу года также увеличится и количество электрозарядных станций. Их будет 400. Таким образом, основная задача создания базовой сети в Беларуси выполнена. Самые удобные зарядные станции расположили в торговых центрах, вокзалах. Там можно за полчаса подзарядиться на 150 километров хода. В планах на 2021 увеличить количество ЭЗС до 600 по всей стране. Любители зимних видов спорта в ожидании открытия сезона. В настоящее время идет подготовка лыжных трасс. На одной из самых известных площадок столицы в микрорайоне Веснянка полным ходом идет отснеживание трасс. Массовый старт запланирован в ближайшие дни. Сама трасса в длину составит более 500 метров. Если минусовая температура на улице сохранится надолго, дистанцию продлят в несколько раз. Организуют также снежные горки для катания на тюбингах и санках. В пункте проката можно взять весь необходимый инвентарь. К началу сезона его обновят. На трассах установлено дополнительное освещение, что позволит кататься в позднее время суток. На новогодней ярмарке в Бресте представили самый большой самовар Беларуси. Его под заказ делали белорусские мастера. Самовар вмещает 380 литров чая. При таком объеме напиток остывает очень медленно, всего на 2 градуса в час. К чаю подают традиционное рождественское угощение – имбирное печенье. Зарядиться праздничным настроением приезжает много туристов. За 2 дня уже больше 2500 человек.